По анкетам данным подсудимые, будут ли вопросы? Да, уважаемый суд, будут вопросы. Адвокат Долговаева. Диана, скажите, пожалуйста, имеются ли у вас какие-то заболевания? Хронические, может быть? Да, у меня гастроэнтероз, гастрит, панкреат и поджелудочная железа, холецистит. Прошла лечение, но из-за того, что питание здесь не совпадает с моим лечением, оно не дает результата, поэтому ухудшение здоровья продолжается. Диана, скажите, пожалуйста, в каком году вы вернулись в Казахстан? Я вернулась в Казахстан в 2018, если не ошибаюсь. Ранее проживали за рубежом, да? Ранее проживала, да, за рубежом. Сначала на Кипре, потом в Эмиратах. Да, все.